Сегодня мы увидим самого сильного героя. Самого умного. Осмелюсь представить Иерихон. Самого могущественного. Самого ловкого. Самого таинственного. Все когда-то кончается. И это вовсе не Халк. И не Тор. И не Человек-паук. И не Железный Человек, а новый герой Марвел. Черная Пантера. Можно вопрос? Что вам известно о Ваканде? А вы знали, что чудо — это Марвел? Да, глупо это спрашивать. Конечно, вы знали. Можем сказать одно. Это чудо создало новый интересный фильм. И вы тоже про это слышали. Киностудия Marvel снова побила все рекорды. Билеты раскупаются по всему миру. Спойлерить мы с Настей не будем, но немного успокоим пыл и жажду фанатов Marvel. 15 февраля закрытый показ фильма в кинотеатре IMAX позволил нам забежать вперед и увидеть специально для вас, друзья, одного из самых загадочных и неизвестных зрителю супергероев Marvel. Их новый шедевр о новом персонаже Черная Пантера жаждут увидеть все. Героя Т'Чала уже применяет в себе образ, выделяя при этом его уже в себе в любимчике. Но кто-то остается верен и старым супергероям. Но я бы хотел бы стать Железным Человеком не из-за того, что у него такой могущественный интеллект, а чисто из-за денег. Потому что в нашем городе нужны деньги. Я бы решил все проблемы города. Ну, надеюсь, будет интересным. Мне хотелось бы узнать что-то новое еще именно о Марвел, об этой вселенной своей такой. Я с детства люблю Человека-паука, а это Марвел. И, ну, не знаю, как-то DC не особо интересно. Там сценаристы не очень скижесть, а вот Марвел прям захватывающий, там прям своя вселенная, я читаю комиксы, там прям интересно. Я видел, как боги летают, как человек создает оружие, какого и не представить. Ага. Как с неба сыплются пришельцы. Yeah. Но такого я не видел никогда. Чем еще удивишь? Фильм с атмосферой африканской культуры, совмещенной с городом из будущего. Если вы ждете комедию в стиле Тони Старка или Доктора Стрэнджа, не ждите. Фильм очень серьезный и уверены, многие согласятся, что новая работа выглядит лучше всех фильмов Marvel за последние годы. А больше не способен! Ты нарвался. Ничего подобного в лентах о супергероях еще не было. «Черная пантера» оправдал ожидания. Он подкупает непривычной стилистикой в окружении футуристических технологий и актерским составом. Роли в фильме, которые исполнили несравненные актеры. Чедвик Боузман, Майкл Бакари Джордан, Лупита Нионго, Форест Уитакер, Мартин Фриман и Энди Серкис. Потрясающий фильм со смелой и трогательной картиной. Получился безумный. Инновационный боевик с яркими персонажами. Смело можно сказать, лента входит в топ-5 фильмов Marvel. Да? Молодец. После просмотра фильма впечатленные зрители сюжетом и его построением покидали зал только с такими словами. Но это же Marvel. Фильм прям на самом деле оправдал наши ожидания. Мы с подругами сидели и просто этот фильм вдохновил нас на спортзал, потому что там слишком крутые актеры, девушки слишком такие все фигурные. На сегодняшний день, наверное, хотел бы стать Черным Пантером, но... Актер Майкл Джордан своей злодейской роли поражает самое сердце. Т'Чала, с которым мы познакомились в первом «Мстителе», был очень крут на фоне остальных героев. То, что вы увидите в сольнике, может выбить вас из колеи. Он будет еще круче. Кто смотрел тизер «Мстители. Война бесконечности», уже понял, что у Тони Старка новый суперкостюм. Так вот, «Пантера» в этом его обошла. Вся броня героя уместилась в одно ожерелье. Да, облажался ты, дружок.
Некоторые считают, что именно оно и стало идеей апгрейда Железного Человека. Но со всеми тонкостями лучше ознакомиться в кинотеатре или посмотреть полный фильм на телеканале «Любимый». Я завтра вечером свободен.